Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн, с вами Александр. Сегодня мы будем переделывать картофелекопалку и делать к нему прицеп-адаптер. Что из этого получилось, смотрите в этом видео. Приятного просмотра. Это у нас картофелекопалка, вот из этой части, из верхней, я буду делать к нему адаптер. Так, друзья, вот что получилось по итогу. Сейчас покрасил, пока свежая краска. Вот здесь у нас получается 4 болта и разный уровень крепления. То есть будем выставлять нож уже непосредственно по уровню опытным путем. Вот это крепление мотоблока. Вот здесь она получается будет заходить вот так вот. Отсюда будут вставляться по болту и все в принципе будет хорошо. Сейчас будем заниматься прицепчиком для картофелекопалки. Так, друзья, все мы практически доделали. Картофелекопалка выглядит следующим образом. Она будет подкапывать урожай. Урожай будет поступать с этой стороны. С этой стороны мы крепим вот такую вот адаптер на колесиках. Подцепляем его. Так. Вот так вот он подходит. Он набирается. Мы его снимаем и повезли куда надо. Вот, все, в принципе, будем заканчивать. Его вообще заливает уже. Все, друзья, с вами был Александр. Всего хорошего. В общем, увидимся уже на испытаниях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.